Всем привет, это Джигурда Бразерс. В ночном театре Небеса. С вами Ваня Вольт и Никита Стифтер. Привет, привет, привет всем! С вами Ник Стифтер. Клубный проект Club Beat от Джигурды Бразерс в ночном театре Небеса. Сегодня у нас при пати 8 марта, и вот уже все в предвкушении приезда офигенного стриптизера Конана. А много девчонок сегодня собралось у нас на вечеринке. Ну что ж, собственно, пойдемте посмотрим на них. Ты же у нас охотник. Как поохотился в эту ночь на телочек? Первое знакомство закончилось слезами. Девушки, добрый вечер. Вы ждете 8 марта? Конечно. Вам нравится этот праздник? Мне кажется, он больше нравится мужчинам. Нравится мужчинам. Тебя зовут? Светлана. Как тебе здесь у нас, в ночном театре Небеса? Офигенно. На стриптиз или просто отдохнуть? Если честно, на стриптиз. Ты ни разу не видела стриптиз? От мальчиков. Тебе показать? Наверное, меня хочет увидеть голой. Голой? Ой, блин. Голым. Сзади подкрадываться незаметно. И заставать девчонок врасплох. Ну что, пойдем попробуем. Привет! Конана ждешь? Нет. Почему? Голую письку не хочешь увидеть? А мне не нравится, он не хочет. Не нравится? Сейчас он со всеми перетрется. Как тебя зовут? Меня зовут Игорь. Игорь. Игорь, ну что скажешь об атмосфере, о клубе, о том, что сегодня приезжает к нам Конан? Я хочу сказать одно. Ребята, это самый классный клуб. Здесь много девчонок. Конан, он нормальный парень. Да, но он бесплатная реклама. И вообще-то, на самом деле, я как уважаю людей и уважаю вот... И вас уважаю, сейф-кафтеры! Тех людей, которые тоже, ну, занимаются и тоже уважают вот эти бицепсы. Между прочим, этот клуб классный, и сегодня мы зажигаем... 8 марта ждешь? Конечно! А как его будешь проводить? Ну, вы сами все видели. Вот сейчас еще возьмем у одного интересного чувачка интервью. Чувачок, здорово! Как у тебя настроение? Как у тебя настроение? Тебе нравятся Небеса? Охуенно нравится! Отлично! Боитесь Конана? Нет, мы его хотим наоборот. Хотите увидеть Конана? Голым? Не-не-не, дед, мы замужем уже почти. Почти же замужем. Вообще огонь. А вы ждете, когда же выйдет накачанный стриптизер Конан? Я тоже ждал. Как тебя зовут? Лена. Лена. Не мой. А зачем ты меня за поп-то ущипнул? Ну что, Вань, теперь посмотрим, как ты поохотился. Давай. Всем привет, я Иван Вольт. Это ночной театр Небеса. Здесь и сейчас мы спрашиваем у человека. Привет! Если вы думаете, в какой клуб пойти, естественно, Небеса. Это самый нормальный клуб. Да, но он бесплатная реклама. Естественно, я массово ругаться не буду, но это самый-самый-самый-самый-самый! Нет слов, я даже вопроса не задал, он все сказал сам. Ты приходишь в клуб за девушками или так? У меня есть девушка, мы с ней женимся в июне, поэтому, ну, как бы мы здесь приходим для того, чтобы... На Конана он пришел смотреть. Просто потусоваться, здесь клуб вообще очень клево. Мне вот здесь лично очень клево, я хочу здесь просто тусоваться. Он молодец, он сказал мне правду. Давай теперь без всякой фальши, тебе здесь нравится? Да! Как происходит здесь съем? Съем? Съем?
Что за ассоциативный ряд? А как же мужики? А у меня есть уже. Что? Растерялся парень. А почему так мало девушек? Потому что они не любят своих парней. Ленинград! Вот этот человек сегодня приезжает. Я вообще не знаю, зачем он приезжает. Я же лучше, у меня сиськи больше, чем у него. Ты знаешь, что эта зона называется сексодром? Нет, не знала. Ты местный? Ну да, у меня родители живут, а так в Москве. Хоккей играем. Хоккей играешь? Да, хоккей. Ну и как играется? Недавно из команды выгнали из-за пьянства. Ну а так нормально. А с кем играешь? Московская область вся там, Клин, ну, МХЛ, вторая группа. Овечник. Овечкин? Нет, он, я говорю Олечник, он такой Осечкин. Ну так, а, Овечкин, да, точно, точно. Овечкин? Овечкин? Овечкин, да, Овечкин бухает. Бухает еще как. Да. Посмотрим выступление Кеннона. Вон она, хватит путать. Вот это сексуальная красавица и Кеннон. Конан. Специально для ночного театра «Небеса». Конан здесь. Друг Тарзана. Смотрим за происходящим, вот он понюхал. Что ты сказал? Давай, девчонки, поздравим с 8 марта. Поздравляй. Девушки, они меня не слышат. Они тебя уже. Девчонки, желаю вам найти истинную любовь. И больше ничего не надо в жизни. Как у вас ощущения после Конана? Он офигенный! Он офигенный! У тебя встал? Что? У тебя встал? Да! Она там кончила. Вот покажи, так! покажи, как у тебя встал. Вот так! Подписываемся на наше видео на YouTube. Добавляем избранное, ставим лайки. Загружаем видео к себе в контакт. Кидаем на всем друзьям. Ставим сердечки. И просто показываем наше видео родителям. С вами были Джигурда Бразерс. Клубный проект Club Beat. Ждем вас каждый четверг. До новых встреч. Здравствуйте. Могу ответить на все вопросы. На все? На все. Сколько сантиметров у тебя член? У меня сантиметров 17, наверное, точно. 17? Да. Стандарт 18, если что так. Мне 17. А ему 17, то есть, ну, смотрите, вообще пипец. Что тебе еще задать вопрос какой? Ты куда? Я пока гуляю здесь. Я вообще занимаюсь организацией праздников. Это мода, август чат. Молодец, я вопрос задал, ты куда? Куда? Туда. Он туда. У тебя шнурок развязался. Очень жаль. Завяжи. Зачем? Как ты зачем? Споткнешься сейчас. Ну мало ли. Что мало ли? Ну завяжи. Вы видели, как он это сделал? Как вот сексуально он это делает? Девочкам понравится, мы выложим это в интернет. Покажи. Он кончил завязывать шнурки. Ладно, не будем тебя мучить. Иди туда. Не знаю куда. А поправьте куда? Не знаю куда, конечно, я пойду туда. Не знаю куда. Как вот в этом мультике. Не знаю куда, пойду туда. Не знаю куда. Затем не знаю куда. А ты поедешь на Казантип? Что? Поедешь на Казантип? Конечно, поеду. А сколько стоит билет? Ну, я думаю, что не знаю куда и не знаю что. Все, это пиздец. Давайте дальше, бля.
А Кона нас ждет? Или уже ну его нахер, да? Мальчики, вы уже уходите? Нет, мы еще не уходим, а вы... А Конана не будете ждать? А? Конана не будете ждать, что ли? Мы будем ждать Конана. Будете ждать? Да. Голову хотите увидеть? Ну, я не знаю, мы как бы... Немножко хочется, да, посмотреть? Да, ну немножко, да, хочется посмотреть на шоу этого молодого. Все понятно, все понятно с вами.